Всем привет! Сегодня я решила вам открыть большую-большую тайну. Думаю, время пришло. Вот в течение 3 лет, которые существует наш канал, ну почти что 3 лет, мы всем рассказывали о том, что я из города Видного, и, соответственно, поэтому так называется наш канал. Литвидный. Но на самом деле я не оттуда, хотя мой родной город расположен, в общем-то, недалеко. А поэтому сегодня я решила завязать интригу и дать вам несколько направлений для раздумий, чтобы вы угадали, в каком городе я живу и живут мои сыновья. И где мы творим. Поэтому сейчас, в общем-то, мой город не особо старый, в общем-то, он молодой, ему 75 лет. А он 82 вроде бы. 82. В общем, с 39-го года, 81. 81? Да. 81 год. Это для города слишком мало. Мой город расположен на юге Московской области. Рядом протекает знаменитая для многих река Ака. Это вот одно из направлений, по которым вы можете пройти и подумать, где же я живу. Потом подсказка: рядом находится большой древний город, который знаменит, знаете, чем? Не мой город, а который рядом со мной. Первая лампочка Ильича зажглась на ГРЭС, которая расположена в этом городе в 1922 году. Ну какой он большой? Ему 800 с лишним лет. Я знаю, что он древний, ему вообще 660 лет. Разве? Соседнему городу, но он меньше нашего. Я имею в виду не по размерам, а по возрасту. Ну, по возрасту он старый, да. Да, он старый город. Вот. Поэтому это вам тоже еще одна подсказка. А что еще я могу сказать про свой город? В моем городе выпускают конфетки под названием Марс, Сникерс. Бегите в магазин, купите и посмотрите. Ну, 90% конфет выпускает в моем городе. Думаю, что вы наверняка прочитаете название этого города там. Поэтому вы можете также пойти и купить какие-нибудь там йогурты фирмы Кампино, в которых тоже будет обозначен мой город. Еще одна подсказка. Для тех, кто может зайти в Википедию, вроде в Википедии это указано, что алюминий для первого спутника Земли искусственного был изготовлен у нас в городе. Да. Я даже этого не знала, да. Вот, что еще интересного в нашем городе? Ты думаешь, почему у нас памятник спутнику стоит около центра города? Ну, потому что глава просто любит ставить памятник. Нет, у нас для него металл был изготовлен. Да? Так, хорошо. Ну, и еще так немножко знаменитостей прибавим к вам. В 90-е мисс Подмосковье, которая танцевала потом у Филиппа Киркорова, и победительница мисс Подмосковья тоже была из нашего города. Вокалист парка Горького был из нашего города. Да? Сейчас, кстати, участники, даже у нас есть несколько спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде, в последней, молодых спортсменов, но, к сожалению, не могу сказать, то ли гимнаста, то ли кто. Это тоже в нашем городе. Ну и самое... Ну, это прям подсказка, главная подсказка, это которая, возможно, решит все. Александр, да, Гудков родился в нашем городе. Ну а теперь, друзья, угадайте, в каком городе я живу. Всем пока!